Итак, всем привет! Сегодня хочу показать, как можно участвовать в лаунчпадах на бирже Bybit. Для этого, для начала нужно зарегистрироваться. Далее перейдете на человечка, нажмете аккаунт и безопасность. Тут вам надо будет подтвердить свой email, потом по желанию подключить SMS аутентификацию и Google аутентификацию для безопасности ваших активов. Следующее, вам надо будет пройти KYC первого уровня, чтобы участвовать в лаунчпаде. У кого есть камера, могут через компьютер проходить. Но если у кого нет возможности, я проходил, допустим, через телефон, устанавливал с Play Market приложение и проходил. Верификация буквально там за 5 проходит. Далее, как все манипуляции проделали, вам надо будет купить токены BitDAO. Это токен данной площадки нативный Bybit. Торгуется он в паре к USDT только. Вам будет сюда заводить либо какой-то актив криптовалютный с минимальной комиссией, либо USDT. Желательно заводить отсюда с биржи Gate.io, там комиссия нулевая, с вас там не спишут, ну либо какие-то другие криптовалюты, Tron, там еще. Я сюда кейк заводил, у меня на MetaMask кейк был. Вот у меня 57 монеток есть, эквивалент небольшой, $115. Далее, как вы завели сюда, там сделали манипуляции, вам надо будет купить. Переходите в спот, тут ищите BitDAO, BitUSDT. И покупаете, вот курс скачет. Покупаете, минимум вам надо будет, чтобы участвовать в лаунчпаде, минимум 50 монет, как тут указано. Монета идет один к одному, которая вот будет на лаунчпаде. И максимальное начисление на человека это 500 монет. Далее, что тут еще? По KYC понятно, что надо будет проходить. И тут будут делать, вот у меня как бы есть, да, 57 токенов бит. Но они еще снимок не сделали. Скорее всего, завтра сделают снимок. И я потом, как истечет таймер, я нажму зафиксировать. Ну и по стечению там часа или двух, я уже не помню, вам будут начисленные токены. Также можете тут вот почитать все. Можете даже и на BiFi аккаунтах. Это вот тут есть лаунч пул, если вы стейкаете, тут тоже у них проходит вот стейкинг. И вот таким образом можно подзаработать монеток. Сразу говорю, не финансовый совет, каждый выбор делает свой сам. В принципе, на этом все. Всем спасибо за просмотр. Всем удачи и до следующего видео.